Они наносят авиационный удар по позициям. Идущие пары самолетов, командир звена авиационной эскадрильи смешанного авиационного полка, летчик первого класса майор Александр Коровин. Участник боевых действий. Имеет общий налет 1500 часов. Награжден медалями Министерства обороны Российской Федерации, а также медалью за отвагу, медалью Нестерова. Поаплодируйте нашим доблестным летчикам. Внимание налево, друзья мои. Также по данным разведки, следующий удар наносит армейская авиация. Пара вертолетов Ми-24. Наносится огневое поражение позиции сторожевого охранения. Специализированной штурмовой машиной подобного типа, разработанной в Советском Союзе. Сконструированный на рубеже 60-70-х годов прошлого века, он до сих пор стоит на вооружении армейской авиации множества стран. Обладая огромным потенциалом модернизации, вертолет не теряет своей боевой эффективности и по своим основным параметрам не уступает современным конкурентам. Именно эта машина вошла в массовое сознание как собирательный образ штурмового вертолета. Машина активно использовалась в годы афганской войны, в период боевых действий в Чечне, а также во многих региональных. Друзья, аплодисменты нашим летчикам!